большое. Ты само алкаш, понятно? Это я просто очень медленно соображаю. Кулитка. Особенно сегодня, поэтому вы уж извините мне, что я сижу и пытаюсь вспомнить, что я хотела сделать дальше. Что? Как она могла? Как она могла? Ни разу не употребил чужой. Ты его не употребил, ты его вливал в себя, как море вливает в себя реку, как озеро вливает в себя дождь, как вампир вливает в себя кровь. Я когда-нибудь закончу мысли или нет? Блин, Вячеслав хотел как лучше. Он же хотел как лучше. Он же пытался, наверное, сделать красивую циферку, да? Маша, тигр. Ну ж, Ларку, я тоже хочу Ларку! Я у тебя отжимаю аккаунт, Александр. Господи, я если не начну играть опять. Надо пройти! Что? Почему так кота? Это вообще мое слово, у меня патент на него. Ну, почти. Ну, блин. Что ты говоришь? Это ассоциативный женский ряд. Уполз с обеда у дачки. Уполз от беды? Это Геральт ползает от беды. Ты не должен никуда уползать. Спасибо тебе большое. Поцелуйку, Блэта. Ты меня отшиваешь постоянно? Я сучка. Потому что... Bad Boy Mania. Это кто? Все плохо! Маня? Так, ну ладно. Это ложь и провокация, это не я. Я не хочу Сигну. Я не помню, кто поставил кролика Роджера. В смысле, типа, мне подписать Сигну Машке какашке? Сириус, я так не буду себя обзывать. Огромная жесть. Это жестко. Это жестко. Это жестко, 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 жестко. Спасибо тебе большое. Мухомор, я вижу, кто это сделал. Донаты. Маша, это для хорошего настроения и прекрасной играми Шимур-Мурма. Вот что-то из этого списка выбивается, вот что-то из этого я не люблю, и даже не знаю, что или кого, интересно, кого же я не люблю из этого списка. Наверное, сырные шарики? Можно ли поиграть в Ведьмака немножечко, пожалуйста? Господи, мне кажется, у вас тут распространяется. Ну что, придется делать сальто. Или не придется. I know you heard me on the radio, but you still don't pay me no attention. Listening to what your girlfriend mentioned. Дома поиграешь, забей. Дома вообще на компьютер смотреть не. Так вот кто крадет женские оргазмы. Я всегда знала, что это делает чудак. Я всегда говорил и буду говорить. Ладно, я никогда этого не говорила, но теперь я буду говорить, что чудак крадет женские оргазмы. Это приятно, но мне уже реально страшно. Я тут.
Ртуть. Оргазм, да. Больше странных ников непонятных. Донат Battle 2018 или Донат War. It is war. А это реальный журавель или нет? Он так подписывается. Здравствуйте, я Костя, и я Албарёв. Костя, здравствуй, Костя. Это стрим не о Ведьмаке, реально. Нет, нет. Мы с Мишей Готи ломаем полоску Мяши и Готи. Пока Маша Готье стримит стрим с Машей Готье. Мискузи, Мискузи. Мискузи, Геральт, я не хотела трогать твою жопку. Я не касался жопки Геральта. Можно? Вот кому-кому оргазму я сигна еще не делала. Конечно, блин, Альберт, спасибо тебе. Утра. Пипец, пипец. Звоните 911. У нас было два мешка травы. А, понятно, вы О, нет. Бедный мальчик, урбой. Блин, чудак, это благородно очень с твоей стороны. Спасибо. Хватит, пожалуйста, монстрик, монстрик, не бей меня. Сердечко у Йорвита. Мое сердечко у Седрика, у Йорвита, у Ольгерта фон Эверика. У Сириуса, у Люциуса, у Гарри, у братьев Уизли, в том числе Чарли и Билла. Я делаю это в последний раз, это было искренне. Сейчас, тихо, я представлю, что я девочка. Боже, типа такой, скину Маше фотку, потому что я похожа на Люциуса. А Маша такая, с Настей сяд на сцене, о, смотри, как он на собаку похож. Собака это ладно, вот просто реально обидно, там был очень, была очень миленькая собачка. Иди сюда, ты, да, да, ты. Да господи, как он это делает? Тем временем осталась часть стрима, но мне пора сильно интересовать. Блин, спасибо большое, алкаш, тебе за музыку. Блин, никогда не говорила алкашам спасибо за что-либо. Знать за музыку. О, нифига себе, от него даже кусочек отвалился. Пинки, воу. Йорвит просто и такой смотрит, типа хлеба и зрелищ. Уходи, уходи! Я не специально назвала его, там была просто собачка, которая была похожа на Хоупера немного. Уходи, ура! Господи, никогда Геральт еще не был так близок к провалу. Что делает? Спасибо за поцелуйчик. Пожалуйста. Да, про Сигнушу не забудь. Я ее в рамочку и на стенку. Хреначу, господи. Я пока. Доброй ночи, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо. Так, 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 так. Новый воин в наших рядах, походу. Доброй ночи, Шуля. Решетка, ведьмак не пройдет. You shall not pass. Ну, Полтергейст, я думала, ты на моей стороне.
Мой скилл и макет с раками в океане хороводы водит, то свистит на горе, когда ты не рак, а ты рак не только по жизни, но и по гороскопу. Блин, это же у меня подруга рак по гороскопу, это хороший знак зодиака. Так, я сейчас везде, короче, их понаставлю. Ой, не понаставлю. Геральт не штирлиц, надо сравнивать. Нифига себе. Нет, 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 уходи, уходи, уходи. Нет, ну уж нет, не дождетесь. Спасибо тебе большое, смотрящий. У меня тоже глаза красные. Я их еще, короче, красными тенями вот так нахреначила, потому что красный хорошо сочетается с голубым. Фэшн-уроки от Марии Готье. После такой битвы ты обязана лично в группе благодарить тех ветеранов этой кровопролитной войны. Леха, я реально обязана это сделать. Так, тихо, вот-вот-вот, сюда. Ура, вот молодец. Нет, нет! Я не могу тебе помочь. Вот сюда, иди сюда. А ну иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть, я тебя сейчас так трахну. Я даже сзади встану ради этого. Нет, 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 я молодой. Просто седой. Снег упал на плечи. Пока, бэдбой. Пока-пока. Медаль за взятие стрима первой, второй и третьей степеней. Господи, неужели, 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 неужели как-то идет дело? А у тебя тот меч? Да, вроде бы. Да, у меня тот меч. У меня вообще стального нету меча. Нет, я не в порядке! Держись! Я не могу тебе помочь! Иди сюда, иди сюда, вот сюда! О, вот так вот, вот так вот, красавчик, давай, так и стой! Нет, 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 только не это! Берегись! У нас будет 3 степени. Уходи! Я не могу пробиться! Здесь барьер! Нет, 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 скажу нет! Нет, только не подыхай! Прошу, только не снова! Только нет! Сука! Какого хрена? Нет! Почему? Я думала, сейчас его убью уже. О, господи, простите мой виск. Я дис поставил контент, а нет, сидишь и смотришь, как донатики летят. Понятно все, Холпер, понятно. Да, донатики от Маши Готье, да? Я его убью. Я не специально. Я не знаю, как это вышло. Все нормально, ты победишь? О, тихо, 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 вот он стоит, красивый такой. Я не могу пробиться, здесь барьер. Это от страсти, это от старости, а не от страсти. Босс, держись, братан. Нет, нет, не надо, вы на его, ну почему ты на его стороне? Так ведь нечестно. Убегай и не вспоминай меня. Убегай. Ой, как плохо получилось, а? Я не могу пробиться. Здесь барьер. Как его можно было с первого раза завалить? Я не понимаю просто. Для меня это загадка. Нет! Почему они попадают в Ирден? Вот иди. Держись. Сюда, иди я сюда. Не могу тебе помочь. Да почему? Пожалуйста, умри, пожалуйста.
иди сюда, вот сюда, смотри. Посмотри, какой я красивый и вкусный стою, ведьмак, сочный, седой, питательный. Нет, 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 нет. Это сейчас вот вообще как получилось, я не поняла. Вот реально. Как он меня ударил, даже, ну, не подойдя ко мне? Как это вообще работает? Сука, да какого хрена, блин! Так, ладно, я буду мансовать от него, и, возможно, у меня восстановится ХП. Вот уродец. Как он это сделал? Я вот просто не понимаю. Я просто... Я не могу даже подойти к нему. Нет, пёс смотрящий. Это отчество будет по батьковне. Держись! Я не могу тебе помочь! Ты вообще ни хрена не можешь. Как убить элементаля? Элементарно! Скажу когда-нибудь я. Иди сюда, вот сюда, смотри. Уи. Или не уи. Так, Квен, говоришь? Ой, что-то Квен не прошел. Мяша играет такой, я каждый день увидел, да Саша, не смешно, блин. Мне еле удалось восстановить этот баланс. Ой, блин, он уже стоял в знаке, я же могла его побить, подойти. Держись! Ну нахрен. Ну что могу вам сказать, пацаны? У меня нет выбора. Я ухожу.